На станции метро в городе Окленде. Я возвращаюсь с перевода в больнице. Переводил для папы мальчика аутиста. Не аутиста, а с детским церебральным параличом. Я переводил для папы, его мамы, давненько, по видео. Папа приехал сюда по туристической визе год назад, из Рязани, работает программистом на удаленке. Вот. Это фривей проходит. Фу, шумно.